Называется кубик Рубика раньше называли, сейчас не знаю. Так кубик Рубика называется. А кто такой Рубик? Венгерский. Венгерский конструктор. И еще он сконструировал. Вот эта игрушка. И все? Нет, я не знаю, что он еще сконструировал. Он миллионы часов у миллиона людей отнял. Ему в аду места мало. И вот они сидят, на вас ращут, в поезде едешь. А что это дает? Это дает математическую логику. Абсолютно не дает. Он не может дважды два высчитать. Нет, это топология, наука называется. Это я с людьми разговаривал, когда ни одного кроссворда не могут разгадать. Самые лучшие кроссворды разгадывают. В Англии оказался профессор, который абсолютно во всех областях знает. Дело в том, что мы занимаемся такими головоломками, у меня есть разные виды головоломок. Но ничего не дает, он закрыл. Как она сегодня стояла, он это не помнит. Вот это и как раз служит для запоминания, для памяти развивания. Ну ладно, я сказал, сколько не буду. Дело в том, что этих людей, они у меня здесь, они абсолютно опустошенные. Вот была инафа, у нее треугольником он. Она его наворачивает. Чего бы не спросил, не знает. Спросишь, я не знаю, говорит или нет. Спросишь, она знает. Она про пчел, про пауков, про все считает. Это отнять время свободное, а его нету времени. Одну минуту выпроси у Бога покаяться. Он говорит, сын мой, сколько этих часов было? Смерть подошла, он говорит, Аллаху, помоги. Сейчас выпроси у Бога. Сын мой, часов этих сколько было? Почему не берег? Это ничего не дает. До нее жили, Россия строилась, Америка, и не было руби никакого. И высчитывали, изобретали, русские какие были, ученые показывали, вертолеты, все. Это ничего не дает. Я сказал, а вы как хотите. И сколько вот эти вот... Вот пойти туда нарисовать, с ребятишками пойти у Игоря, издалека, конечно, близко нельзя подойти, нарисовать конструкцию, показать, какое натяжение где. Человек начинает, почему она не падает первая-то? Она 12 метров теперь, по 6 метров две соединены были. Показать. Вот он варит сейчас. Вот уже сварщик для нас. Те шторки закрыли. Все. Внутренние шторки закрыли. Так. Можете убрать. К иконам туда не ставят. Уберите его туда. Это так. Вот какое дело. Смотрите, это я нарисовал карту как бы. Кроме того, карандаши посмотрел сегодня. Ну, я просто возьму сейчас. Я никогда не касаюсь. Это ваша работа здесь. Я вытащил оттуда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 карандашей. Подряд. Ни один не рабочий. Ни один, все стерто, и при том видно, что не ножом. Ну, нет, нету, нигде нету. Ничего нету. Зачем они нужны? И при том ножом это делается, а когда крутит вот это, вот она засыпляет, зернышко вылетело, все. Никогда этого не было. Все делал человек ножом. Палочку, дай скажи, заостри. Мы свистки, в таком возрасте там и свистки всякие делали, шаробки, шарик играть. Он ничего не сделает. Научите его ножовку держать. Он крапиву боится. Положи крапиву и покажи, как ее не бояться. У нас был кто? Проликов. Как огня. Никита боялся. Потом перестал бояться. Я вам рассказываю. Ребенок матерится. Я его завел. Ну ты знаешь, какое наказание-то? Я всех предупредил. Крапивой буду жечь. А крапива жгучая здесь, недудомная. Положил на стол крапиву. Губами протри. Он ревет. Я не стал его заставлять. Я бы взял эту крапиву, выхожу, а все в это время молятся. Лагерь молится. Посмотрите, Алеша боится. А вот слезы у него нету. Ты боишься? Да. А материться не боишься? Нет. Не боится он материться. А ребенок 6-летний умирает, а материться. А отец в руках держит, говорит, папа, отгони. Демона тащит, и душу похитили. 6-летний. Сразу в ад потащили. Ни один сквернящий мать не войдет в рай. Проклят, злословящий отца и мать. Я попутно это все говорю. Алеша боится. Как ему доказать? Я беру жгучую эту крапиву, она пучком. Я ее беру в рот и начинаю рвать и зубами так вот бросать ее. У меня слезы текут. А ребятишки стоят, хохочут. Он, я не боюсь. Заходи. Кондзё. Национальный культ Японии. Никогда ничего не бояться. Вот к этому приучите его. Он аж трясется весь, согнулся. Купаться у него ноги сзади завернул, до головы достает. Воду не опускает. Японская мать с ребенком, 5-летним, у стоматологического кабинета еще говорит. Исака, смотри. Зашли когда, ну больно же. И он заплакал, а мать
И она ничего не говорит. Сайке, а где твое кандзё? Мама, мое кандзё со мной. Кандзё — это терпеливость. И все, больше не плачет. Киоск. В киоске продавщица. А там кто-то с работы идет, здоровый японец, и колотит, у нее как вот ходуном ходит это. И она терпит. И все понимают, у нее есть кандзё, а у него нету. Ему потом это напомнит. Ты не японец. Ты сам себе харакири не сделаешь, когда нужен. Министр этих военных дел, когда узнал, что король подписал капитуляцию, тут же сделал себе харакири сразу. Кишки разрезал, вытащил и обрезал. Я ни к чему не призываю, я говорю, народ по храбрости может быть самый сильный в мире. Притом вся нация, когда показывают, они кричат, стоят по-своему. Русский человек такой же был. Их воспитывали. Вот посмотрите, фильм показывает вам подобное. Его там побили, нет, отец его схватил, да еще давай ему давать. И вот из него сделал человека. Я смотрю, воспитатель, мусульманин, урок. Мухаммед урок не сделал. Он его хватает, бичом его. Следующего один ответил ему. Все вопросы ответил. Молодец. То есть их воспитывают. Он один на 60 их положит. Хлюпики, рубики крутят, стоят. Они не знают ничего. Показывают ребятишки. Телевизор смотрят и показывают. Чеченцы, ребятишки, они все приемы изучают, бьют друг друга. Ты взрослый, не успеешь смотреть за ним, с какой скоростью. Лампочки еще не погасит, выключает, накал у ней, а он уже в постели. Мыша на ходу ловит. Я не кого-то, Майкла Тайсона говорю. Это он говорит, кого он называет императором, лучшим, это Федор Емельяненко. Значит, вопрос этот кончил. Сегодня мы ездили на второй мостик. Вот я показываю. Вот дамба идет, написано «Плотина». А то из Потеряевки вот мы выехали, и Сергей на машине нас везет. Вот это озеро, вот написал «Вода», «Пруд». А вот отрожек идет, вот он синий. А вот дальше идет основной отрожек, вон там идет. А это вот шлюз, вот где мы ловили рыбу. Вот она. Вот она, здесь перегородка, а тут дальше идет на первый мостик. Понятно? Я говорю, вот этот отросток, в нем никогда воды не было, 2 года вода. 2 года мы плотину подняли. Там всегда росла осока. Кустов не было. Мы прошли. А осока там не может расти. С камышом оно сгнило и легло на дно. То есть обстановка нам ясна. Спрашиваю, что дальше делать? Ваш совет. Мы съездили одно утро. Сегодня 19 июля 2019 года, пятница. Рано утром мы вернулись уже к 8 утра. Вывод сделайте, для чего мы ездили, какая польза от этого. И можно что-то из этого извлечь. Или все, поняли, что там ходить нельзя, там завалено толстым слоем камыш и прочее. Ну, вы сами были в воде. Рассказываю. Что дальше? Какие ваши планы? Или ушли, все, закрыта тема? Ответа нет. Так, твои. Тут дуться нечего, есть или нет? По-твоему, как? Тем более, рыба там плещется прямо были. И видно, что большая рыба. Почему? Может быть, там икру мечет или что. Рыбы там много. Но для нас оказалось недостижимо. Я сказал, сразу порвем невод свой. Что дальше делать вот с этим? Мы съездили. Все, забыть, закрыть тему и все на этом. На своем шлюзе сидеть. Мордушками попробовать. А? Мордушки попробовать поставить туда. Мордушки попробовать поставить. А у нас их и нету. Нету, да? У нас невод есть. А невод здесь не годится. Почему не годится? Потому что там на дне очень много камыша. Сгнивший, он не растет. Мои предложения тогда прошу выслушать. Очистить. Вот этот пруд у нас очистить, приезжали. 1 миллион затребовали сразу. Миллион, где купается, где крещение. Так, я предлагаю очистить пруд, ни одной копейки не платить. Его не пруд, а отрожек. И его можно. А почему? У нас свой сварщик. Мы избираем сейчас вот такие вот угольники. Угольник, который есть. К нему он здесь приваривает трубку. Вот она как идет, допустим. Вот как идет. Угольник здесь. Вот сюда вот трубку, вот такую вот, и его приваривает. Он здесь вот эта круглая
вот так падает угольник, а угольник вот так вот идет туда-сюда. Главное, из чего зубья сделать? Зубья нужно делать большие и с берега тащить. Первое, что нужно, выкосить весь берег, а там и немного. А у нас есть кому косить. Мы можем одной литовкой пойти и попеременно, потому что это большая, а там маленькая здесь. Так. Мешает что вот зеленое, видишь, отрожка, трава, и там трава. Выкосить с одной стороны пока. Потому что тот берег, туда мы не будем рыбу выносить, только сюда. Найти, где полог, и где можно, мало того, кое-где можно бугор снести, где выводить не вот. Можем скосить траву на берегу, у отрожка, где мы раздевались. Ваши сапоги тут были, тут мои. Это запросто можно сделать. Второе. Грабли мы можем сделать? Грабли помочь сварить. Мы все приготовим, я к тебе приду, и ты мне там приваришь. Приваришь? Трубку и эти... А трубка-то вот она, допустим, угольник идет, а эти зубья, вот она где. Вот здесь он ее проварит к зубу, ты и здесь ткнет несколько раз. Но из чего? Шестерка просто так. И какой длины? Примерно вот такой длины зубья были. С берега сколько достанет, подтягиваем, на берег вытаскиваем. Двое граблей нужно сделать. То есть очистить мы можем на длину граблей, но нам этого недостаточно. Второе, грабли мы можем ручку сделать покороче, все стоять в воде, и лодка резиновая. Мы ее наполняем к себе, подтягиваем и подтягиваем. Ну, видно, где середина, то ногой, то в сапогах работать, чтобы ногу не проколоть-то. К себе и в лодку. Грузим лодку, подгоняем к берегу, разгружаем на берег, скидываем и опять дальше. День-два, и мы это очистили. Ну, три дня. Лодка вот где идет. Вот она плывет, лодка. Этот край мы уже очистили, у отрожка. Теперь откуда-то вот сюда к лодке подгребаем и вытягиваем его. И в лодку резиновую, которая у нас здесь есть. И с этой стороны второй человек нагрузили. Дальше мы очистим ее. Притом эта работа не на один день. Забросили, это навсегда. А это для нас второй шлюз, даже еще важнее может быть. Там выносят рыбу, а здесь нет. Вот здесь основной. Я за него сейчас пока и не берусь. Это тоже там надо посмотреть. Мы можем подготовить. Ваше мнение на это предложение? Ты видел карту по виду? Что трудно? Косить? Первое, с чего начинать? Косить. Вот наш главный косарь. Отмахались, я говорю, острыми косами на лугу. Камыш, нарисуйте грабли, и как вот, вот я в лодке сижу, грабли... Где ты сидишь? В лодке или да где? Кто ж тебя в лодке? Ты уже показал в лодке грабли. Да. И стоять около это. В лодке может сидеть любой ребенок, цепляться. Или никого не надо. Камыш куда, на берег будете вытаскивать? С глубины. Вот смотри, вот сейчас вот столько-то вот захватывает он, ну метра три свободно можно очистить пруд. Дальше лодка отходит на 2 метра еще, допустим, здесь, значит, 2 метра отсюда, с этой стороны 2 метра брать. И в нее подгребаем теперь к лодке и сразу поднимаем его. Там совсем небольшое, ну по пояс воды. Где больше воды можем пока оставить. И в лодку грузим ее, поднимаем охапкой в лодку, а лодку к берегу, как она полная, видно уже, к берегу ее. Теперь только перевалить, это недолго с берега скинули, там где кошеная трава. В одном из мест вот здесь вот мы должны найти, куда мы будем вытаскивать. Здесь точно так же, все оттуда хлюпаем, гоним. Глубина вот такая. Туда мы не залазим, то оставляем. А с бреднем чем мы тогда вот идем? Вот она у нас ширина. Да. Вот у нас по всему как бы камыш. Пойдем там, где у нас воды не больше, чем до по грудь. Вот так вот, да? Да.
А здесь хлюпа не будем. А то дальше еще дальше мы не касаемся. Это же к озеру относится. Нам не взять. Тем более, если бы вода не ушла нынче, не прорвала там эти, ну, потеряски, не сами размонтировали, то и тут-то нам зайти нельзя было. Мы этим воспользуемся. А дальше, которая дальше там заросшая осокой, это уже дело покажет. В воде можно ее там косить, убирать и также очищать. Грабли я беру на себя. Сейчас с Володей поговорим, он болгаркой срежет. Как я к тебе приду и грабли готовы, ручку сделаю. Это мы можем уже начать буквально завтра. Завтра суббота. Хотя бы до обеда. Так. Технология очистки какая? Объясните. Граблями. Вот это вот мы на берегу. Вот на берегу. Я сижу на берегу. Вот, ты же сам. Грабли забрасываю туда с берега и подтягиваю к себе рожки-то длинные. Сколько на них там ил эти? Ну, забил, как она берется. Я шел, ножовку вот так опустил, вот так поднял такой, вот такой пучок. Опять ножовку, ну, зубья, что они берут-то? И опять, ну, выпил на берег. А я же на берегу стою, на берег все уже скосили. Мы берег завалим этим. Все, это не вопрос. Вопрос силы и время. Ни копейки не стоит. Если люди за это, за очистку берут миллион, мы за... Мы не ощущаем, мы только дно в отрожке в одном. Но. Не озеро. Озеро нам. Да, а либо с глубины 3,5 метра. И так все это просто, знаете. Ил берут. А мы выгребаем силу вместе, чтобы днище сделать чистым. Зубья вот так вот близко друг около друга сделаем. Зубья прямые. Я уже нашел, что шестерку приваривать, и можно у шестерки на зубе усилить зуб к зубу вот так, напилить такие. А то, может, еще не надо, еще она еще ради загнется-то. Да. Мы сейчас только уберем, а с Володей... Сегодня, когда мы на первом мостике-то делали-то, что? А там-то надписи-то нету. Я Надежду Васильевну попросил, она сделала, я помчался туда и успел сделать. Надпись заменил, дно каменистое, дождик меня, я весь мокрый вернулся, но уже дело сделано. Кто подъедет, теперь он видит, что да, ехать не ехать, дно каменистое. Теперь надо красные материи привязать, чтобы все увидели, где написано. Ярко-красное где-то, Володя, посмотри, тряпки повесить. Поэтому, ваше мнение. Авантюра. Еще граблями подтаскивать, грузить и все. Ну, если на берегу стоять... На берегу. Так, берег пройдем. Так. А потом уже в воде. Лодка стоит здесь. И где вот мы грабли до сих пор доставали. Теперь от этого места граблями набираем, в лодку кладем. Заворачиваем, выгрузили. И так и идем. А другой с этой стороны, там сколько, 2 метра, больше-то не, в воде неудобно. Подтягивает к себе. Ну, если на берегу стоять, то я... Ну, понятно. А если в воде, я не буду. В воде не будешь? Нет. А что? Ну, потому что долго в воде стоять. Долго в воде стоять можно простыть. У меня и так... Да в воде-то еще долго-то стоять. Нет, ну, Игнатий, у тебя только на берегу стоять. Ну, не знаю. Такое теплое время. Из нет, воды ну, там не же долго стоять, долго же надо идти будет. Это же не просто так. Ну, 2 часа-то можешь? Нет. Сейчас... 15-20 минут. Ну, 15-20 оденешься, походишь, и потом опять 15-20. Чего ты так себя бережешь-то? Мне... У нас Игнатов был, он уже, я не знаю... У всех разное октябрь, здоровье. Ну, правильно, разное. Ну, теплый-то какая? Дети не вылазят оттуда целыми днями. Сейчас тепло, потом будет прохладно, тем более это если утром. Ну, смотрите, тем более днем. Утром даже не будем ничего... делать. Жаркую погоду. Вода нагретая, там мелко, вода теплая. Мы же сегодня были. И с каждым днем все жарче и жарче. Один не может, солнце печет, другой дождь. Да что это такое? Так, договорились? Со дна как его доставать? А? Не пойму, вот, с берега мы вот очистили вот это вот, ну сколько там ручка она? Вдоль берега, вот она, вот, вдоль берега на 3 метра мы очистили. На 3, дальше. Дальше, на 2, где очищено, от этого места на 2 метра лодка у нас с собой. И мы ее нагружаем, отсюда грабли в воде стоим, к себе подгружаем, берем от другой около, с этой стороны около лодки. Под граблями подтаскивается. С лодки граблями туда? Не с лодки, он стоит на земле.
Лодку, что тебя тянет? Ты уже второй раз я тебя скидываю с лодки. Ты в лодке был, грабли утопил. Тут вот какое, вот, расстояние какое, воды-то, вы. Имеет в виду, один стоит в воде и подтаскивает к лодке граблями. А потом я стою на дне, вот дно. У меня грабли сделают покороче маленько. Я подтягиваю, у меня полное просто там, так много этой. С осоки, камыша. Подтягиваю, тут же охапкой беру, в лодку гружу. Когда кучу сделаем, она же много в лодке того удержит, она свободно 4 человека. И к берегу разгрузили. Так, нам нужно сварить от тебя. Угольники там посмотреть, где у Игоря у нас нету. Из чего зубья делать. Так. О, Владимир Юрьевич, не отказывайся, не отрекайся. У нас в уставе написано, от общей работы не отрекайся. Ешь. Но не надо, не надо. Что тут так это? Дальше будет хуже еще. Подписку. Я же в воде буду стоять с граблями. На меня держи ориентир. Одежду можешь в одежде быть. А у тебя, если одежда и нагревать, от тебя мало тепла будет отрываться. Простуды, моим здоровым дядькой. Нет, боится. нет, у меня простуда постоянно идет. Ничего не будет, закаляться надо. Закаляться надо. Я после операции на позвоночнике, дали мне такая вот, ходить на коляске. А хирург идет, ты эту бричку брось. Да. Ты наращиваешь мускулы. Я сразу и сказал, видите, спортзал. Меня привели, и сразу гимнастика. Все, я корсет не надевал ни разу. А у меня еще две грыжи там, на позвоночнике. Даже нужды никакой нет. Так, доклад окончен. Собираемся. Пойдемте искать, что нужно. Вы со мной сейчас пойдите туда, где там надо подогнуть маленько на веревке эти крючки. Так, а вы идите к Надежде Васильевне куда? Здесь у меня что делать? Там качайтесь, играйте.